Спасибо, езжайте. Задача таможенной службы – обеспечивать порядок и следить за перемещением товаров и грузов через границу. К нам едет грузовик с 10 килограммами кокаина. Один из информаторов только что сообщил. В этой профессии важно доверие к работе каждого офицера. Вы с ума сошли? Я думала, ситуация вышла из-под контроля. Но в любом коллективе может появиться предатель, и теперь его нужно найти. Мадемуазель прислали из Парижа не в качестве инспектора, а затем, чтобы, проникнув в отряд, за нами следить. Среди вас шпион, но вы всеми силами мешаете его поймать. Во время расследования кто-то окажется под прикрытием, а кто-то попадет в ловушку. За нами следят. Криминальный триллер «Шпион». Первая и вторая часть. Ложись! Смотрите в субботу в 20:00 на телеканале «Витебск».